Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games, и у нас итоги, финал, если быть точнее, Великой Арены 3x3 12 сезона. 13 сезон уже будет 5x5, и он начнется, если я не ошибаюсь, 7 декабря. Следовательно, возможно, где-то у нас пропадет пару видосов, пока у нас не начнется Великая Арена, а может и нет, я всегда говорю, что будет перерыв, а в итоге перерыва нет. Короче, в Кайбер мы с тобой попали, то есть основная наша цель выполнена. Теперь за подвиги нам особо держаться не имеет смысла, конечно, можно было бы еще что-то повыполнять, но вот 15 битв на арене флота это я 100% доделаю, используя кэтбэй на Эмбо вряд ли. Выиграйте битву на арене флота, используя комбинацию из 4 некрупных кораблей охотников за головами и имперских кораблей, это я не смогу сделать. Выиграйте битву на Великой Арене, используя Джанго Фетта, Рекса и Коди. Не смогу, потому что у меня Джанго Фетт в защите. Ну, короче, в любом случае, как бы в Рот Компот это влияет у нас только на глобальный рейтинг, и я за ним никогда не гнался. Кайбер, в Кайбер попасть, да, плюшки, это все классно. А вот этот глобальный рейтинг, это не для меня. Да и по большому счету, как бы я ни старался, все равно мы туда не попадем. У нас Том, боец из Ямы и из гильдии... Примерно вот так вот это читается. По флоту у него имеется Химера и переговорщик. Кстати, к слову, еще имеется переговорщик. Так, у нас здесь один проигрыш был. И давай смотреть, что же у него стоит в защите. У него жуки, триумвират, ПП, не знаю пока, КЛС, неплохо, кстати говоря. Охотники, бляха, древан. Ну, с древа, но нам и предстоит начинать. Чё по скоростям, брат? 325, у меня больше. Чё по скоростям, сестра? 284, у меня больше. Что по скоростям, зять? 170, тут у тебя вообще без разницы, какая скорость. Ладно, хорошо, в любом случае надо идти зеркалом, то есть других вариантов у нас особо нету, это раз. А второе, то что мы в любом случае обгоняем по скоростям, то есть мы уже 50 на 50, что победили, но это еще не факт. Если мы здесь просрем, то это будет ой-ой-ой, как больно, ой-ой-ой, как печально. Здесь пока страх, мы их не трогаем. Так, не-не-не-не, подожди, массовоньку лучше, наверное, не делать. Ах. Ай-яй-яй. Так. Здесь метка, надо убивать. Ага, не получится убить, да? Ну, тогда давай так. Блинский. Оп, иди сюда, называется, дорогой, да? У него два заряда, между прочим, у меня пока только один. А, ну вот теперь только один. Ну это до свидания, Бася. Давай страх. Есть. Хорошо. Убей. Молодец. В какой-то момент я немного испугался, если честно. Проблема в том, то есть смотри, ты увидел первую линию обороны, сейчас я тебе покажу самого Тома. Древан у него стоит в защите, а с Реван пока не знаю, скорее всего в атаке. Падме у него в атаке, ПП в защите, КЛС в защите, клоны. Вот единственное, походу он в атаку взял клонов, взял с Ревана и взял Падме. А, ну может еще и РСМ. И вполне вероятно, что ему особо-то бить-то и нечем. Он, кстати, на данный момент даже не попытался нас пробить. Видимо, чего-то ждет. А мне ждать некогда. Мне ждать некогда. У нас охотники раз-два. Охотники раз-два. Кем бы охотников забрать красиво? Кем бы забрать красиво охотников? Погоди, а сверху у нас кто? Ну, если что, это триумвират, как и говорилось ранее. Вот эти две пачки не знаю. Мне сейчас надо нижнее побороть. При этом нижнее желательно здесь с боском. Спустить ЖК-образных? По идее, почему бы и нет?
Погоди, а тут есть массовики-затейники? В принципе, есть. Но они не такие страшные, наверняка худенькие. Да. Не лучший вариант, конечно. Но и не худший. Если что, на секундочку. Давай, пойдем толпой. Не будем рисковать. Ну, наверное, сюда. Я тебе говорю, что они худенькие, а ты мне не верил. О, правильно, что я диспел сохранил. А, не особо-то. Снимите с него провокацию, пожалуйста. Отлично. Просто шикарно сняли провокацию. Убей. Так, на тебе слепоту. А, у него же там стойкость была. Блин, ну он массовку уже использовал, поэтому он вряд ли нам как-то сильно нагадит. Блин, надо, наверное, как-то дотянуть, попробовать, чтобы альфа ходил. Ох, не успеем мы дотянуть. Нет, не успеем. Бляха, минус 2 стяга. Так, ладно. Здесь, по большому счету, они не страшные. По большому счету, они не сильные. По большому счету, сюда можно спустить... Кэтбейн может дать стан. Грида, бомбочки, повышение крита. Здесь поджог. Ладно, не будем рисковать. Подожди, или все-таки рискнуть? Я просто думаю сюда пустить клонов. Под шакти. Но они ведь реально не сильные. Давай попробуем. Опять же, как говорилось ранее, даже если мы проиграем, то в этом нет ничего вообще страшного. Рекс и Файвс. Если мы сейчас сразу забираем Грида, а мы его должны забирать. Это не страшно. Есть, Грида забрали. Так, неплохо, неплохо, неплохо. Блин, Джанго. Давай Джанго. Он у нас тоненький парниша. Ух. До свидули. Теперь надо каким-то образом попробовать что-то восстановить. По идее, если Рекс будет ему срезать шиха... Рекс что-то не особо хочет ему срезать шиха. Да, восстановили защиту. Но заметь, как клоны красиво все сделали. Так, мишки, дуку, жуки, мишки, старики. Четыре отряда. Здесь три сильных. Мишки, хвостунишки. Так, кто у меня есть? Погоди. Ну, сюда мне очень понравилось по Баси ходить на самом деле. Но опять же, если я туда пойду по Баси, то против Дукича кого мне выкатить? Не, давай все-таки сюда сходим и по Баси. Ну, по Баси, обычной Баси. А кого мы сюда брали? ГК и Эзера.
Так. Тебя в первую очередь бы забрать, потому что ты самый тоненький здесь должен быть. И плюс еще по толпе умеешь бить. О, я здесь Машки нету. А как так? Я просто привык, что обычно эта троица встречается с Мишен Вау. А здесь, прикинь, Мишен Вау нету. Интересно. Очень необычно. И, наверное, глупо. Угу. Да хорош. Так. Я не хочу три пачки. Блин, хочу три пачки сохранить наверх. То есть триумвират по-любому. Хотелось бы еще Вейдера с ватом, конечно, использовать. И Империю. Следовательно, здесь я могу пустить Сревана, Ситхи. Погоди, а Сревана куда? Ну, Сревана, если пускать, то определенно надо сюда спускать. Да, с тебя и начнем, пожалуй. Ай-яй-яй. Я вот знаешь, что думаю? Что-то рука до меня опять доебалась. Так. Ага, понятно. Я по идее, зачем я бью санфака? Надо по идее забрать погля, потому что он тоньше просто-напросто. А на санфаке уже пробовать отыгрывать стяги. Угу. Вот и все. Так, мишки-шишки. Мишки-шишки. Бляха, мишки-шишки, конечно... ну, смотри, Палыч, Траун и Шизоид, это раз пачка. Это раз пачка. Вейдер. Ват. Бляха, погоди. Палыч, Траун и Шизоид. Давай начнем чуть-чуть здесь тоже побьем. Триумвират определенно идет сюда. Сейчас надо грамотно составить отряды. И тогда, по идее, мы должны закрывать. Если ПП сволочи не подставят. Вот кто-кто, а ППшники могут подставить. Да, делаем, почему бы и нет. А здесь солдат. Солдат тоненький. По идее, через него можно всех жуков просадить. Но бабку-то за что? Что вам бабка-то сделала? Единственного пенсионера нашли и начали его пинать. Бляха. Че, депутаты, что ли? Идите нахер. Не трогайте бабку. Ага. Ага, конечно, да. Так, до свидули. Ты туда же. Все, понятно. Угу. Ну вот, собственно говоря, что у нас и остается. То есть, если на КЛС, допустим, я спускаю Палыча, Трауна и кого еще? А, ну я могу сюда, в принципе, мародера закинуть. Так, погоди, а чё по скоростям у вас, братцы? 209, мало. 137, супер мало. Короче, да, то сюда я иду ватом, плюс вейдером, плюс
шизоид. Тогда здесь я могу немножечко... Немножечко разгуляться. У меня есть Таркин, Мол и Сидиус. Таркин, Мол, Сидиус. Таркин, Мол, Сидиус. Таркин, Мол, Сидиус. Остается Ашка. Погоди, а кто из вас слабее? Ну, ты определенно слабее, поэтому мы отправим сюда Ашка. Кстати, писали, что у него лидерки нету. Не врите, есть у него лидерка. Берем IG-88. Что как раз таки лидерка на него распространяется. Союзные дроиды. И возьмем, пожалуй... Взять-то некого, бляха. Чопера. Хотя, наверное, надо было вдвоем идти вообще. Так, 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 так. Стоит сейчас делать провокат? Давай сделаем. Не зря же я его брал. Плюс у него уклонение весьма неплохое. Ага. Бляха. Шиха не могу порезать. Допустим. Вот так вот. Бессмысленно, но шиха порезали. Один стяг всего потеряли. А сюда я беру... Таркина. Нет. Сидиуса, Мола и Таркина. Вот у меня остается как раз 6 персонажей для того, чтобы там закрыть также шестерых. Будем надеяться. Главное не допустить ошибку, как я это умею, как я это люблю, как я это могу. Так, обменялись ошеломлениями, да? Слушай, это поплу жирный или у меня мол слабенький? Никак понять этого не могу. Да че? А, ну ладно. Есть. Все, ситхи разошлись. И разок еще. Молодец. Так, отлично. Давай сюда. ПП КЛС, ПП КЛС, ПП КЛС. Но я думаю, что все-таки на ПП стоит спустить Вейдера. Товарища Вата. И Шизоида. Просто потому что. Бляха. Так. Ага. 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 Вейдер, я жду от тебя подачки. Бляха, а резня-то не готова еще. Резня не готова. Убью, не убью. Слушай, боюсь не убить. Давай сюда попробуем. Есть. Ага. Ай, зачем? У нас же бросок не готов. Хотя мы, по идее, все равно должны его уделать. У него же там дебафов миллион на нем висит. Так, ладно. И остались КЛС. Раз, два, три. Ой, здесь ставка на мародера и на... Я забыл, что Рхан собака в любом случае будет ходить первым.
Писос. Но здесь Траун вытащил. Кто бы что ни говорил, а здесь вытащил Траун. Это его победа. Так, отлично. Слушай, зачистили прям. Я немножечко даже удивлен. Погоди, а кто у нас здесь? Раз, два, три. Там тоже жуки. Давай неполным отрядом пойдем. Немного стягов подзаработаем. По идее, должны затащить и здесь. Угу. Так, санфак. Жуки под рыбой, сука. Ненавижу, конечно, я эту комбинацию. Этот винвиз сразу уйдет, бессмысленно. Я не знаю, что сделали разработчики с Дом 1, но раньше, если он бил всегда первой массовкой, то теперь он лупит исключительно обычной атакой. И это очень зря. 67 стягов. Ну что, красиво сделали? 2301. Ну не то чтобы красиво, но слушай, меня на такое количество стягов никто еще не зачищал на эту ВА. Это наш третий рекорд. У нас был 2306 первое место, 2302 второе место и 2301 третье место. Он не сделает меня больше. Это 100%. Не сможет абсолютно никак. Не-не-не-не-не-не-не. Не сможет, обломиться. Ни ху-ху у него не получится. Это победа. Это 100% победа. Поэтому я даже не буду делать закреп, не буду в следующем видео говорить о том, что победили или нет. Я тебе 100% сразу говорю, что мы победили. Максимум, что я могу сказать, то что если писец, он меня, короче, уделал. Вот это может быть, но нет, это будет победа. Поэтому, если интересно, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и да пребудет с нами сила.